Ну что ж, ребята, с вами снова Олегыч, и мы продолжаем игру Бэтмена. Так, здесь основное нам сейчас задание предстоит, это найти броню Фриза, без которой он никак не может, елки-палки, и убить пингвина. Ну что ж, я думаю, мы с этой миссией справимся с лихвой, особенно пингвина загасить. Так, так, и лед начал таяться. Таять точнее. Ну, короче, значит, акула тут уже вообще разгуляется. Сейчас, наверное, не по-детски, блядь. Так, я думаю, сейчас на этот плот я спущусь как раз вот, да. И поплывем по карте, что у нас тут. Так, слева двое, значит, ментов надо спасти. А впереди, я так понимаю, это броня Фриза там по заданию. Ну, сейчас мы вот броню Фриза как раз и заберем. Я думаю, в первую очередь. А потом уже пойдем к пингвину. Побеседуем с ним по душам. Так, ну сейчас главное, чтобы акула тут не вылезла. Так, может кинуть бумеранг. Так, сейчас как обычно будем тянуть этот помост. Какой паромчик, мини-паромчик. А опять этот пингвин там, да, трендит. Фигурное катание. Ты уже тут все растопил для фигурного катания. Тут уже, блядь, лыжное поло какое-то, вот садист мелкий, блядь. Бля, я этот молоток тебе в жопу точно засуну, блядь, потом. Урод, блядь, мелкий. Так, что у нас тут? Этот хер тут отдыхает. Так, на этой локации мы уже были в прошлом видео. Так что тут все, в принципе, без сюрпризов, все понятно. Эти аквариумы всякие здесь. Морской музей, блин. Так, что у нас тут? Сохранение пошло. Вот еще спасенный нами мент. Все без униформы, ну чисто пофиг, блядь. В штатском работает. Так, сейчас, где же эта броня этого Фриза? Сейчас мы ее найдем. О! So that's ага, the вот famous Freeze suit. Что она не очень похожа на его броню с фильма. Там она, по-моему, другая чуть была. Тут какой-то прям робот, робокоп. Так. When I leave here, wait 10 minutes. Then get this over to Freeze. You won't be dangerous. No problem, Batman. Ну да, сейчас будет вплафить ей, блядь, чтобы поднести Фризу эту капсулу. Так. И чё он там нарыл на этом костюме? Бля, находят эти везде микрочипы всякие, блядь, мелкие. Так, и что тут у нас? Опа, ледяная пушка у нас будет, нихера себе. Так, ага, с помощью этой херни можно, короче, нейтрализовать ледяную пушку, получается. Короче, у пингвина как раз эта пушка есть. Так что мы ее ликвидируем. О, хорошо. Так, вот эта херня. Ее можно уже подготовить. Ну, типа, никто не видит, так держится в руке сзади, типа, не палится совсем. Так. Хорошо, нам сейчас все равно к пингвину надо направляться. Так, есть какие-то знаки вопроса тут. Я даже не знаю, блядь, искать их здесь, не искать. Сейчас так гляну, может что-то попадется. Что-то ничего не видно, честно говоря. Даже с одной стороны не хочу сильное время тратить. Искать их тут сейчас. Mines? Who has mines? Да. Что ж, пошли так дальше. Так, а тут что у нас интересно? Опа! Точно, это ж стена елки, бля, можно ее снести. Сейчас ее раздолбаем. Улыбочку нарисуем. Так, есть контакт. Хорош, а вот и знак вопроса. Так, наверное, лучше крюком достать, да и все, или что? А, крюком. Так, сколько уже этих трофеев загадочников уже, бля, честно говоря, напрягает, блядь. Так,
тут ни хера. Какие-то не очень удачные стены здесь сделали, блядь. Картонные, блядь. Мамонты какие-то, блядь. Сейчас еще живет какой-то мамонт, это вообще будет жопа, блядь. Ага, вон еще есть, можно разбить стенку. Ну-ка. Короче, я себе проделал тут кратчайший путь к цели. Еще пару бы стен разрушить, и можно в тыл пингвину было бы зайти. Так, что-то я тут потерялся уже, блядь. Надо выруливать. This place is awesome. Ту дверь впереди мы уже открывали в прошлом видео. Кто смотрел, тот знает. Так что там сейчас ничего интересного уже нет. Так, смотрим, что тут у нас. Так, прямо сейчас повернем направо. Ну и будем уже у цели. Я думаю, мы легко вскарабкаемся там на тот балкончик, я думаю, без проблем. Так что переживать нечего. Так, эти тут отдыхают, ну похеру, блядь, что тут надо сейчас, блядь, убивать этого хера, блядь, они себе присели, а, Бэтмен, ты сам себе там, делай, что хочешь, короче, будь как дома. Так, потяну этот сейчас, по-моему, тут их аж два, блядь, на выбор, ёлки. Еще одна морда Нептуна или чё-то за харя там, блядь. Архитектура, блядь, бешеная в этом музее. Понятно, откуда столько воды здесь, блядь, набралось, блядь. С аквариумов я сомневаюсь, что столько бы. Так, что ты тут? Блядь, я застрял, ребята, ёшкин кот. Не ожидал, что тут не протянул, блядь, я этот плод. Так, давайте разворачивать. Опа. Так, там хер какой-то в воде, видите, блядь? Чё-то он там потерялся, блядь. Тень такая, блядь. Да. Опачки. Что это такое? Опа, ребята, я еще по морде не давал акули ни в одной игре. О-о-о-о-о. Бэтмен тем более, наверное, еще акули не навешивал. Короче, крутой чувак. Даже акулу усмирил. Ну все, блядь, пингвин вообще торба. Это же я его вместе вообще бы уже куда-то зарылся под землю. Да, вот и все. Вот мы уже практически на месте сейчас. По прямой, и мы у цели. Так, тут ничего нету. Так, оружие против него я подготовил. Так, ничего интересного. Думаю, может, вдруг какая-то стеночка есть, такую, что можно снести. Не, нихера. Так, ну что, понеслась. Так, что тут? Hello, а вот и этот хер. Да, яйца отрастил. Well, да в жизни таких яиц не будет, как у меня. Ты морда. Так, оно смогу я отразить сейчас его. Выстрел. А, нихера. Ага, надо подойти, короче. Так. Сейчас подойдем поближе. Обойдем ему, зайдем в тыло. Опачки. Не успел я проскочить. Пошел ты в жопу. Оу, не туда прыгнул. Сори. Так, сейчас стреляет чуть-чуть. Что-то бесконечная пушка. Давай быстренько, хоп. Есть. Он, так, стреляет. Так, пока он тут стреляет, что-то. Ага, два заложника. Подождите, что-то не блокируется. Сейчас я попробую еще раз. Так, удерживать. Ну и что? Что-то не удерживается. Далеко, да? А ну-ка сейчас ближе подойдет. Ага, вот, все, я понял. Держишь, и она... Ага, и она выводит из строя ее, короче. Так, надо идти ему навешать теперь. Опа! Бля, я говорю, как Mortal Kombat, там есть такой перкот земли. Пумц! И все, и туда, под землю, блядь. You're finished, да, тебе конец. Тебе вообще жопа, я бы сверху еще прыгнул, копытами вгрызл. Да, не бей. Слышишь? Хер ты, блядь, да тебе вообще тут надо, блядь, укопать. Слышишь, он тут замутил, тварь, а?
Так, где эти пленники делись? Они же там были, блядь, сидели или что там? Или на коленях были? Я дал тебе возможность закончить это и уйти, но о, нет! Ты должен быть... Куда уйти? Ты чё, чувак, охренел, блядь? Guess what? From up here, you look pretty small. Я типа, что ты карлик, блядь, херов, блядь. Ничтожно, меня видно отсюда. Это что за херня еще? Блять, это что за чувак? Ёшкин кот. Сюрприз, блять. Опачки, это какой-то ребята Франкенштейн, короче. Еще и страшный, блять, до усрачки. Так, что он там его подзаряжает? Ёлки-палки. Да, здоровый такой титан, блять. Бля, чувствую, сейчас будет бой бешеный. Соломон Гранди. Понедельник. Хорошо, молодец. Опа, он прикованный, ребята. Так что все окей. Женился? На ком ты, че, чувак? Зубы упал. Пиздец, он его здесь нашел. Я херею, бля, в музее, бля, Франкенштейна нашли. Фанат был, что ли? Опачки, выбрался. Это что за херня на руках у него? Блядь, у него, блядь. Серьезное оружие, блядь. Чувствую, сейчас мне наваляют, блядь. Так, ну что ж. Сейчас мы тебе навешаем, чувак. Опа, я не могу его бить. Так, его можно, наверное, этим гелем взорвать. Опачки, сейчас мы его проверим. Как он работает. Я хотел на полу нарисовать губочки. Так, все понятно. Сейчас идем быстренько. Будем взрывать этого кабана. Оп! Так. Блять, че прыгает? Нихера себе. Так, сейчас еще раз попробуем. Так, что-то он там еще, блядь. Что-то его не очень-то их, ребят. А он что-то сбоку жизнь у него какая-то теряется. Чего? Интересно, у него жизнь уходит. Я же вроде его и не бью. Может, надо добить его, когда жизнь будет маленькая. Так, я бомбочку кинул. Да ему похеру, блядь. О, блядь. Хорошо, что я изучил умение, блядь, которое дает защиту от ударов, блядь. У меня жизнь больше. Ну он заряжается, сучара. Так, надо что-то сделать с этой херней, чтобы он не заряжался, блядь. Так, что с ним можно сделать? Сейчас глянем. Что-то непонятно. Так, прыгнул. Молодец, по сраке бы мы вот сейчас здесь бы врезал, блядь. Или перкотом по яйцам. Вот, блядь, вот это было бы бомба. Да у него и так, смотрю, два таких железных яйца в руках, блядь. Это жесть. Так, хорошо, ага, можно детектива зарядить, понятно. Так, кто-то он подзаряжается от этих шаров в руку. Так, хорошо. Сейчас надо найти слабое место. Где же оно? Блять, он уже достал меня, честно говоря, со своими вот этими, блядь, хренями на руках. Воу, ты чё, блядь, чувак, не совесть. Так, ну что ж, что ж делать, блядь? Может, электричеством крякнуть эти штуки? Так, заряжается, блядь. Не, нихера не помогает. Так, хорошо. Какие еще варианты у нас тут могут быть? Так, крюком. Нихера ты не сделаешь крюком. Так, сейчас глянем. Блять, сука, да он западал уже меня, блядь. Как в колокол, хреначе. Так, может быть разрушено при помощи управляемого... Ага. Не раз... Ага, этот узел, короче, можно бомбануть бомбой. Так, хорошо. Сейчас все сделаем. Опачки. О, есть контакт. Какого черта делал? Ты черт
хватило, бля. Сейчас мы и до тебя доберемся. Так, это нахер взрываем. Еще третье. Чувак, сейчас ты хер будешь заряжаться, блядь. На хере будешь заряжаться, чувак. Блядь, какой нахуй. Смотри, сучка, сейчас он подзарядится, тварь. Сейчас. Вот. Опачки. Что такое, блядь? Ой-ой-ой. Энергии нет. Ух, по мордам ему. На, лови. Все, блядь. Копнул. Лещей, блядь. Ты смотри, блядь. Опять, блядь. Включились. Ёптель. Опять сейчас эту херню надо взрывать. Что-то он насерчал, блядь, уже загорелись, головы эти у него, блядь, в руках. Бля, у меня жизнь восстановилась, ребята, пока там трендел пингвин, все окей. Так, сейчас быстренько, блядь, это все повзрываем, опачки. Ой, тихоша, что, блядь, переключилось у меня. Так, быстренько, оп. Блядь, марит он меня, что это за полосы, блядь? Где мы ели, тут странно. Так, опять заряжается, хотел сказать. Сейчас подойдем. Опа. Есть контакт. Ух, ёпта. Так, сейчас откроется. Бум. Нету, так, еще один остался. Вау, не кипишуй, чувак. Бля, все будет окей, бля. Ну что такое? Вау, перелетел. Так, еще это достал. А я думал, что я уже три, блядь, все сделал. Так. Есть. Есть, контакт. Что там? Ой, поплохело. Ну, сейчас я тебе помогу. Доктор пришел. На, по мордельнику тебе, блядь. О. Убил его? Нихера себе, о, опыта дали, да, убил, получается. Так, ну что, чувак, до побачення, бля, какие зубы. Опачки. Бля, живучая тварь, ё-моё. Ты смотри, блядь. Я-то думаю, что так легко его законтачил, два раза по морде навешал там, блядь. Хер там, блядь, так, ну что ж. Ну сейчас тварь будет опять заряжаться, блядь. Так, пробел быстренько. Чтоб выйти с его мертвой хватки. Блядь, Бэтмен даже его пальцы разгибает. Блядь, так он, наверное, железо гнет, мне кажется, блядь. Так, хорош, выбрался. Так, что будем делать? Какие-то волны, блядь, начал тут создать. Смотри, блядь, это, блядь. Ага, к этому подойти я не могу, понятненько. Так, что мы делаем? Что, опять эти кружки взрывать, блядь? Ёпти. Так, ну хорошо. Топнул я пару здесь дозняков нормальных, электричества. Иду я сейчас, блядь, разбираться с ним. Да, надо взрывать сейчас. Оп. Хорош. Оставь их в покое. Ты чё, чувак, офигел? Сейчас ты увидишь, как, блядь. Бля, еще какую-то херню пускать, блядь, хрендель. Так. Есть контакт. Хорош, еще один. Сейчас вы получите, блядь. Оба, блядь. Так. Бля, гасит он не по-детски. Ого-го-го, тихо-тихо, сейчас. Гелек. Опачки. До свидания. Электричества нет. Экономия начинается. Все, наконец-то кони двинул. Ага, он там еще, блядь, на цепях застрял. Ну шо ж. Ой-ой-ой-ой-ой, по прессику. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорош. Вот так. Что-то он там вырвал у него. Сердце, типа, да? Just you and me left. The bat versus the bird. Ты что, решил со мной мах на мах выйти? Ёпки. Шо, уже все? Ледышка не работает? Ракетомет, блядь, свой включил, блядь. Сейчас. О, перезаряжаешься. На, блядь. Хорош. Блядь, вот это он его рубит. Блядь, и добей эту тварь. Ты же не сдох еще, наверное.
Хорош. Так, а это что за... Cobblepot. Ага. Это же Фриз в своем костюме. Ага. Вот привез я этого, блядь. Одноглазого черта. Так. Фриз! Чем хватит? Пусть его закопает здесь. Ну Фриз какой-то страшный, конечно, худой хрен здесь. Мистер Cobblepot. Так, ты что, заморозишь его? Так, что он с ним будет делать? Сейчас жарит. Тик. Подстекло его. Чисто такой экспонат музейный. There isn't one. What? Чего, лекарства нет? Creating an antidote to the disease that afflicts the plow was easy. Unfortunately, ага, the cure degrades too quickly. Значит. It needs a restorative element, some kind of reforming enzyme. Without так. It, it breaks и down мне, сдохну, before что ли? It can help its host. I've seen this before. Finding a suitable enzyme is not the only problem. It needs to be adapted, bonded to human DNA. Энзим, that блядь. Will take decades. Time. It appears you несколько десятилетий. Короче, жопа. What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries? Опачки. What man? His name is Ra's al Ghul. Bring him to чего? Me. All I need is a sample of his blood. Ага, надо его кровь hope. Найти. Ra's al Ghul что за хрен, интересно? Then you and the clown are doomed. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him так, up. Тело надо найти. Ну это что за херня тут? Стекло ломает, блядь. Ниндзя! Сфима, ты не worthy to speak of the great Ra's al Ghul. Да, блядь, Китана Белена, типа что-то такого, блядь. Отжало, блядь. Так, походу она, наверное, знает, где это, блядь, тело, блядь. No, Victor. If Ra's al Ghul is in Arkham City, I now have a trail right to it. Сейчас будем ее преследовать, наверное. Он от меня далеко не убежит. Догоним, бля. Так, что там? Надо улики через с помощью детектива посмотреть, хорош. Сейчас мы ее найдем быстренько. Oracle, так. Change of plan. I'm going after the League of Assassins. Ага, why? Понятно. What have they got to do with all this? Oh, wait a minute. Is this about Ra's? Or his daughter. Его дочь еще не. Penguin had one of the League's assassins imprisoned in the museum. I recognize the insignia. She's a member of Talia's elite guard. I knew it. What is it about that woman that makes her instantly the most important person in your world? Talia is not the goal, Barbara. I've uploaded Freeze's unfinished cure. Looks to me like the answer is found in Ra's al Ghul's blood. Лекарство. О, у меня новый уровень поднялся. Отлично. Please stay focused. Don't let her get in the way again. Так, биография тут, как всегда. Это что за херня с мечом? Так. Ага, это наш старый знакомый, понятно. Так, хорошо. Так, что у нас тут есть? Так, понятно, надо на выход уже. Ага, выход здесь рядом. Так, что вы нам тут изучить? Взрывная волна, компенсация теплового следа. Это что за херня? Так, тепловизор позволяет вам попасть противнику в тепловизоре, пока мы не двигаемся. Я не знаю, блядь, я редко там скрываюсь, в основном я напрямую валю. Ну, кто хочет скрываться, может изучать, короче. Так, взрывная, так. Ну, как бы, короче, энергию связи с землей после пикирования. Ну, тоже не самое главное, в принципе. Обезоружить биткогтем, звуковой бетаранг. А это что за херня? С помощью этого устройства можно на расстоянии обезоружить оружие противника так, что он даже не заметит. О, вот это интересно. Редактив такие противники будут отмечены синим. Так. Устройство должно перезарядиться. Ага. О, вот это интересная штучка. Это что-то в шапке какой-то хрен. Так. Пойдет. Так, опять тут какая-то биография высвечивается. Сколько можно уже с этой биографией-то, а? Ага, вот это там, блядь. Талия Аль-Гул. Все понятно. Так, что надо отсюда
выбираться, короче. Так, офицеры тут. Тебе, как всегда, на расслабоне. So, Penguin and Joker are locked up in this place. And they still managed to start a war. That's it, man. Так, тут лежит, ну, все понятно. This night can't get any worse. First I got beaten to a pulp by a midget's goons, and now this. My man Denny here gets taken down by a freaking ninja. Вычислим. Ну что ж, давно мы что-то уже не были в городе, надо чуть полазить. Что там нового? Может, кому-то репу начистить надо будет. Так, сохраняюсь, что у нас тут? Так. I see you have sent a data request on the League of Assassins to the Bat Computer. Oh, and another equipment request. Did you ever consider a bigger belt? I did. Too heavy. Slowed me down. Let me know when it's here. Так. Ну что ж, поехали по детективу искать. Can anyone hear me? Over. Сейчас довольно просто. По следам мы сейчас быстренько выйдем на нее. No idea. One minute he was all Batman's going in my trophy case. The next nothing zip. I don't like it. Так, где же дальше след пропал, что-то я не вижу его. Have you been back to the museum? The museum's locked down. Ага, все вижу, наверх, наверх. I knew we should have killed him. Что-то кровь с нее капала, непонятно, блять. Потолку, блядь. Lay low. See any of Joker's crew? Сейчас этим надо навешать слегонца. Иди сюда, вот так. Хорош, это я давно так репы не хорошо не начищал. Tonight, хер там. О, зелененький прибежал. Надо его будет допросить, если я его, конечно, тут сейчас не уконтачу, блядь. Будет под руки лезть. Хорош. Так. Всех тут выламываем, блядь. Приходится не бить этого черта. Ага, тут еще один есть, понятно. Есть. Yes. Биту уже взял. А теперь у него была, подождите. Так, сейчас этого. Есть. Yes. Сейчас мы допросим этого черта. This can be as easy or as painful as you like. No, don't hurt me. I'll tell you everything. Делай мне больно. О боже мой! Так, секреты загадочника отмечены на карте, хорошо. Потом будем, может, потихоньку их разгадывать. Так. Где ее след, интересно? Надо будет искать. Так. Так, идем сейчас наверх, поглядим, что тут есть интересного. Сейчас я ничего не вижу. Ага. Все, видно след. Ага. Есть контакт. Ага, все, видно, хорош. Сейчас мы ее нароем. Ага, все, вижу внизу. Так, куда-то она тут посыпала, интересно. What's the deal with these jerks? Don't they know this is Penguin's territory? I guess not. Oh, well, they will. As soon as we get the order, we take all of them out. I want blood. Так, I want Two-Face to regret that they even thought of coming in here. Что на меня уже чуть не напрягает, блядь. Yeah! Бродит тут, признаки, закулками, ищи ее, блядь. Так, вот есть. Batman! По столбу пошла? Ага, Бэтмен, ну идите сюда. Блять, какая там толпа сыпает на меня. Ну сейчас все получат по морде. Коль хотят, нет проблем. Мне не жалко. Каждому врезать. Ага, есть еще с ножом эти херы. Надо спеть выбить с этой толпы, блять. Так, хорош. Всех обнули или еще нет? Кто убегать не хочет, короче. Не вопрос. Всем тогда раздадим. Чтоб никого не обделить, не обидеть. Так, ну-ка. Все какие-то эти вот люди двуликого, что я не могу понять. Что это не клоуны уже были люди, да. Я не спорю, эти челюсти прыгали там. Ой, хорош.
такая вертушка, бля, залетела. Так. Ну что ж, давай, давайте, наверное, сейчас будем дальше преследовать эту козу. Матки, бля. Ага, вот она. Вот, на стол полезла, бля. Ага, значит она, наверное, на крышу полезла. Так. Ага, все понятно. Идемте быстренько сюда. Сейчас мы тут нароем ее где-то, я думаю. The blood trail has run out. The only way I'm gonna find that assassin is to locate more evidence. Улики надо найти сейчас будут. Воу, ты чё? Кто это такой? Надо на мне типа засаду сделала или чё? Кто ударил? Кто ударил? Ага, вот эта коза драная. Опачки. Так, сейчас мы её догоним, блядь. Иди сюда, блядь. Сейчас словлю тебя, блядь. Зачехлю тебя намертво, блядь. По-бэтменовски, блядь. Так, засыпает шустро, дебуля, блядь. Чё, мы сейчас её, блядь... За хрена чем, блядь. Так, походу мы ее уже догоняем потихоньку. Куда она там делась, ее? Вниз что ли пошла? Не понял я, куда она вообще? Я потерял ее, блядь. Что-то я ее потерял, ребята. Ну сейчас подождите. Сейчас мы. Там была запись, сейчас мы с этого момента начнем опять. Так. Так, чё тут? Грузится эта заставочка, какие-то картиночки нам тут показывают, ё-моё. И чё, долго нам ещё ждать? Загрузки? Ой, бля. Я сейчас засну, бля, с этой загрузкой. О, пошло. Хорош. Так, ну что, давайте этот раз уже надо нормально сыграть. Чтобы мы не видели опять эту сраную загрузку, которая реально напрягается. Как она по стенке бегает? Бля, как принц перси. Так, давайте ее с высока, как коршун, будем вылавливать. Хорош. И полетели. Ветер попутный нам помогает. Так, куда она тут пошла, бля? Ага, она сюда. Я тут думаю, бля, куда ее понесло, блядь. Так резко рвануло, бля. Ну что, нас еще поджидает, играет с нами? Ну, иди сюда, сейчас я поиграю. Так, дахоферма полетела. Сейчас мы ее тут словим. Опачки. С мечом крутая. Ниндзя, бля. Так, есть. Смотри-ка она. Опа, ты что, мы жучок поставили? Меня пощадили, типа, да? Опа, это кто такое? Робин, ребята, это просто купец. В этой игре уже, блядь, кого только не нашли. Друзей, врагов, Бэтмена и Робина еще замешали. Может, за него еще играть надо будет? Короче, Робин нас типа спас. Молодец. Вовремя пришел со своей, блядь, палкой. Да? Ну, какой, наоборот, я бы раскидал бы, блядь, как мышат, блядь. Да, беспокойся. Надо было раньше присылать, а не, блядь. Take this. Get it analyzed and start searching the hospitals and emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Если кто-то заражен, whose blood is it? Чтобы знать. Oh. It's yours, ну isn't да, it? Я уже кони скоро двину, блядь. I'll get into the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. Да. You're needed in Gotham. Things could get worse, much worse. Нужен Готэм. Готэм. If Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you? Trust me, I'll find a way. Да, разберусь, не переживай, малыш. Давай. Опачки, это что за, блядь, двухдульная хрень? You know where I am. I know. Я Now знаю. Go. Все, вали давай отсюда, блядь. Сейчас я, блядь.
буду глаза выкалывать этой херней, блядь. Трассомет. Ага, быстро перемещаться между двумя горизонтальными. Ага, ну понятно, короче. Будем кататься, блядь, на веревке. Так, пошло сохранение. Так. Характеристики Робина. Простите за убийцу с помощью маячка, чтобы выйти. Ага. Ну что, сейчас мы по маячку, блядь, нароем её. Никуда не денется, блядь. Это заключённый. Улики там. Так, что-то она в тюрьму, что ли, посыпала? Так, тут непонятно. Там еще один контейнер нам будет в тюрьме, надо найти. Так, я думаю, надо облетать тюрьму, потому что я сомневаюсь, что сейчас в тюрьму можно будет зайти. Так, смотрим. Ух ты, гроза, блядь. Нихера себе, сейчас погода ухудшится. Летать будет херови мне. Так, это что такое? Не понял. Это, ага, что-то похоже знакомое место. По-моему, здесь уже был. Здесь, по-моему, был знак вопроса. Ага. Я уже думал, в тюрьму можно будет пробраться. О, голосовое сообщение от Джокера. Блять, этих уже его сообщений, честно говоря, целая экипа. Да, умереть. Опачки, вот он у нас. Робин. Так. Что ж, нас тут ждет. Ага, еще один контейнер есть. Ага. Два контейнера, то есть это завтыкал. Два контейнера нам еще надо найти. Ну что ж, найдем. Куда они денутся? Полетели. Что цель от нас отдалилась, я хочу сказать так. Надо бы ее быстро догонять. Какие-то ребятишки там. Точнее, один ребятишек. Сбитый стоит. Ну, типа безблиз. Ой, хорош. Три удара, чувака нет. И что этот повис? What's wrong? You too scared to fight? Че там триндишь? Ну, тут уже побольше ребят. Сейчас мы их будем напрягать. Какие вертуханы делает? Просто капец. Сразу гаси чуваков. Да ты шо, блядь? Конечно, Бэтмен, а кто еще ходит в таком, как я, блядь, наряде? Так, тумана напустили, сейчас мы их тут, этих автоматчиков, загасим. Так, есть, ага, вот еще. Не усмирился. А ты что там, обосрался? Иди сюда, блядь, да. Хорош. Разобрались. Кто там ржет уже? Так, следим за этой козой. Интересно, крюком за вертолет можно зацепиться, блядь? Я вообще-то очень сомневаюсь. Вот так. И... вертолет, Пикируем, блядь. Хорош, все. Будем летчиком. Воу, опять тут толпа, ну блядь. Так, ребята, подышим чуть-чуть моими газами. Хорош. Так. Сколько он, блядь, тут 5 метров, блядь, отпрыгивает в сторону. Так, этого убрали, так. Все вооружены, блядь. Дробовик, автомат, капец. Может бы мог это оружие вот такое взять. Да, меня патроны не берут, отскакивают, как от Супермена, блядь. Ух, не туда ногой пнул. Эти летучие мыши тут летают и летают. Все. Это на руке херня у меня там была даже. Как у киборга, блядь. Знак вопроса есть. Сейчас мы его достанем. Хорош. Загадочник. Снайпер Тагер. Это что у нас тут? За какая-то дыра, блядь. Подземная. Хорош. I'm heading underground. Below the surface, Gotham's a maze of old steel and ironwork.
My signal may get weak. Try and stay locked on. Rerouting additional satellite coverage now. Good luck, Bruce. Нету, не будет связи. Ну все, жопа мне здесь будет, значит. Бля, может здесь мы этот контейнер найдем последний. Титаном. Так, сохранение, значит, да? Что-то звуки какие-то, блядь. Ну хорошо, на этом, ребята, я заканчиваю это видео. Увидимся. С вами был Олегыч. Ой, блядь.